Сегодня вас ждет весьма необычное послание, и я считаю, что мы должны разобраться с этим вопросом с пророческой точки зрения. Новая зеленая сделка и ее экономическое влияние на вас и вашу семью. Новая зеленая сделка и ее экономическое влияние на вашу семью. Мне на ум приходит 23-й псалом, 1 стих. «Господня земля и все, что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына». Кстати, для обозначения мира используются три греческих слова. Например, у Матфея «конец мира» может означать на греческом «конец века» или «конец определенного промежутка времени». Слово «мир» также может означать планету, на которой мы живем. Сегодня мы будем говорить об этом. И также слово «мир» может означать жителей Земли. Бог любит планету, но еще больше Он любит людей, которых создал на этой планете. Он пришел, чтобы спасти людей от грехов и дать им жизнь вечную. Мы должны вернуться к началу сотворения, к первой главе Бытия. Я бы хотел обратить внимание на две вещи в Бытии 1. В 26 стихе мы читаем, что когда Бог создал сад, то дал Адаму власть над всем, что было в саду, и над всей землей. Библия говорит, что Бог поместил Адама в сад, чтобы ухаживать и следить за ним. Еврейское слово «следить» означает охранять или сберегать что-то. Адам должен был быть защитником, хранителем сада. Вы знаете историю про два дерева — познание добра и зла и дерево жизни. Эти деревья занимали центральное место в саду. Когда Адама изгнали, что-то начало происходить. Мы читаем, что внезапно земля переходит в другую форму в вопросе благословений. Благословение исчезает. Мы читаем, что человек должен работать в поте лица, чтобы получать еду от земли. Мы также читаем, что появились терновники. Это было проклятие. Когда мы говорим о проклятии, то часто имеем в виду ругательство. Но на иврите слово «проклятие» означает «уменьшить» или «впасть в немилость». Иными словами, грехопадение привело к тому, что с планетой что-то случилось. На планете была и вторая перемена — всемирный Ноев потоп. Что-то случилось с тем, как на Земле выращивали пищу. Библия говорит, что до этого земля орошалась туманом, и что через сад текло четыре реки. Ученые-христиане также говорят, что над землей был защитный слой, который орошал землю. Также были источники бездны, или тахом на иврите. Это были подземные емкости, которые содержали воду. Во время потопа было множество цунами, океаны начали раскрываться. Если у вас есть мои комментарии к Ветхому Завету, то вы слышали о такой вещи, как Пангея. Вам стоит взять карту мира, разрезать ее с детьми на континенты, а затем сложить их в единое целое. Некоторые считают, что она существовала от времен Адама до Ноя. А потом потоп расколол земные плиты, и континенты разделились. Я знаю, что кто-то не верит в это, а кто-то верит. Это ваше право. Вопрос в том, что в тот момент что-то случилось с планетой. Затем было уменьшение лет жизни человека. Это не обман. Люди жили очень долго, во времена до потопа. Мы видим, что Адам прожил 930 лет. Больше всех прожил Мафусал. Он умер в ту неделю, когда наступил потоп. Он умер в возрасте 969 лет. Средний возраст тогда составлял 780 лет и даже 930 лет. Люди доживали до такого возраста. Я хочу спросить их, у вас появлялись морщины в 80? Если ты живешь до 900 лет, то когда появляются морщины? В 80 лет человек использует порядка 7-8% мозга. То есть там много свободного места для вычислений. Просто вы не используете его. Если вы доживете до 200, вы увеличите способность вдвое, до 300 лет — еще вдвое. И когда эти люди доживали до 900 лет, то становились гениями. Как может человек в 500 лет построить ковчег? Откуда он знал, как сделать это?
Бог показал ему. Но знание возрастало через определенное количество лет. Я пытаюсь показать, что на Земле все начало меняться. Эти перемены начались с потопа. А после потопа в 6, 7 и 8 главе Бытия и вплоть до наших времен мы видим события, которые изменили Землю. Например, глобальные землетрясения изменили Землю. Огромные потопы продолжают менять Землю. Ураганы меняют песок на пляжах, перенося их по разным местам. Астероиды падали на Землю еще во времена динозавров. Мы видим внезапные извержения вулканов, которые несут разрушение. Мы видели цунами в Японии и Индонезии. В долгосрочной перспективе вулканы формируют острова. Посмотрите на Гавайи или на Аляску. Аляска вулканически активна. Мы также знаем, что землетрясения меняют долины и горы. В 1811-12 годах было землетрясение, благодаря которому начали появляться горы в Теннесси. Все это было результатом землетрясения 1811-12 годов. Из-за этого землетрясения ландшафт Миссури и Теннесси поменялся, потому что оно было одним из самых больших. Потопы также меняли ландшафты. Я хочу показать вам, что есть природные катастрофы, которые происходят уже давно. Я верю, что есть люди в Вашингтоне, в правительстве, которые искренне переживают из-за того, как загрязнение влияет на атмосферу, особенно углерод. Я не отрицаю того, что у нас есть серьезные проблемы с загрязнением воздуха. Вы видите это в Лос-Анджелесе летом. Но я также считаю, что люди, которые поднимают этот вопрос, не понимают одной вещи. И вот почему я хочу поговорить об этом. Я считаю, что мирские люди не понимают того, что будет в будущем согласно библейским пророчествам. Некоторые из этих вещей могут показаться крайне негативными мирским людям. Они уже называют меня проповедником погибели в соцсетях. Кто-то написал мне на моем канале в YouTube. Удивительно, что иногда можно получить актуальное послание от проповедника погибели. Это мне написал человек из Орегона. Это ваше мнение, но я хочу поделиться с вами тем, что говорит Слово Божие. Я поделюсь с вами тем, что узнал после 175 тысяч часов изучения Библии. Я не шучу и не преувеличиваю. Давайте посмотрим на то, что, как говорит Библия, случится в будущем. В конце 7 лет скорби Иисус вернется на Елеонскую гору, которая находится возле восточных ворот Иерусалима. И вот что сказано у Захарии, это 14 глава, 4 стих. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большую долину. И половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Во время своей первой поездки на Святую Землю я узнал от своего гида, что его брат Русти создал карту. Сейчас мы покажем вам карту активных разломов в Израиле. Но, к тому же, у него есть огромная карта, которую создал департамент геологии Тель-Авива. Это карта разломов в Израиле. Меня заинтересовало их расположение. Два из них идут вдоль всего Мертвого моря. Это интересно, потому что пророк Иезекииль говорил о том, что вода придет со стороны Израиля в Мертвое море и исцелит его. И вдоль разломов они нашли подземные скопления воды, которая была там от начала сотворения. Она находится прямо на краю северной части Мертвого моря, и ее там очень много. Во-вторых, он нашел разломы в районе Мегидда. Долина Мегидда — это место, где произойдет битва за Армагеддон. Библия даже предсказывает, что во время этой битвы будут землетрясения.
А самую интересную вещь я узнал в 1984 и 85 годах. Чарли может рассказать вам, когда именно это было, потому что он помнит все. Итак, мы с гидом были на Елеонской горе в Гефсиманском саду. Тогда я впервые встретился с ним. Я не знал его лично, но слышал много о нем. И он сказал мне: «Перри, Перри, я хочу спросить тебя, веришь ли ты, что Библия истина?» Я сказал: «Конечно, я верю, что она истина». Он сказал: «Ты читал о том, что на Елеонской горе будет землетрясение?» Я ответил: «Ну да». Он сказал: «Я покажу его тебе». И он показал мне место, где камни падают с долины Кедрон. После этого он показал мне место, где собирались построить огромный отель, но не смогли, потому что почва слишком нестабильна. Он продолжил: «Оно начнется там, а потом пойдет сюда». Я пытаюсь повторить все так же, как и он. И вот что самое интересное. Его брат подтвердил, что линия разлома проходит именно там. Он не говорил ничего про пророка Захарию. Но сейчас линия разлома идет по Елеонской горе. Она идет именно в том направлении, в котором ее видел пророк. Как вам такое? Давайте вернемся к тому, о чем я говорил изначально. Итак, согласно Захарии, нас ожидает масштабное землетрясение в Иерусалиме. Но давайте посмотрим на будущее. Опять же, прежде чем перейти к учению о новой зеленой сделке, почему она будет, сколько она будет стоить и как она повлияет на вашу семью, я хочу, чтобы вы проследили за ходом моих мыслей. Большинство мирских людей не понимают предсказания Библии о будущих природных катастрофах. Если открыть Откровение, 8 главу, 9 стих, то мы увидим следующее. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. И третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Эта гора горит. Она падает в море. Ученые уже определили, что есть определенные вулканические острова, которые при извержении вулканов начнут погружаться в океан. И вот к чему это приведет. Это приведет к цунами. Волны будут настолько большими, что смогут перевернуть многие корабли в океане. Я скажу вам честно, мне тяжело читать про эти вещи. Каждый раз, когда я читаю этот стих, то говорю себе: «Дыши глубже, Перри, дыши глубже. Пусть сегодня не будет тот день, когда исполнится это предсказание. Я не хочу в этом участвовать». Но как может быть уничтожена треть кораблей на море? И ответ на этот вопрос следующий. Это можно сделать лишь благодаря цунами. Мы видим местописание, которое говорит нам, что огромный остров уйдет под воду. Не забывайте, что в книге Иаиля говорится, что будет кровь, огонь и дым перед великим и ужасным днем Господним. Я уже много лет говорю, что это будет вулканическое извержение. Сейчас в разных частях мира извергаются три вулкана. Число извержений будет расти, потому что это признак пробуждения. Разве не странно? Когда вы видите извержение вулкана, это признак грядущего пробуждения. Сыновья и дочери будут пророчествовать. Поэтому не расстраивайтесь, когда увидите это. Это знамение, которое говорит о том, что собирается сделать Бог. В Аляске 82 тонны скалы упали с 2900 футов в воду. Это привело к появлению волны, которая со скоростью 82 мили в час пошла на берег. Это было как удар астероида. От падения этих скал в воду поднялась 20-футовая волна. Это лишь малый пример того, что Писание предсказывает о будущем. Оно говорит о том, что гора упадет в океан и поднимет цунами, которое потопит треть кораблей.
Эта волна будет высотой в несколько сотен футов, чтобы так повлиять на корабли. Опять же, мы хотим помочь планете, хотим чистую воду. Это чудесно. Я люблю чистую воду. Я люблю воды Аляски, где водится чудесная форель. В этом нет ничего плохого. Это чудесно. Но люди не понимают, что это случится, и что это нельзя предотвратить. Вот что я хочу показать вам. Второе, что ждет нас, — астероид в будущем. Об этом говорится в Откровении 8 главе 10 стихе. «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде — Полынь. И третья часть вод сделалась полынью. И многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькими». Я хочу сделать пару ремарок по поводу этой звезды, которая упала с небес. На греческом это слово «астра». От него мы получили слово «астрономия» и «астероид». Это будет большой астероид, который упадет на Землю. Сказано, что он затронет треть. Мы читали ранее о трети кораблей, теперь мы снова видим треть рек и источников вод. Мы получаем питьевую воду из рек и из источников. Сказано, что он повлияет на них. Мы видим астероид, который упадет в море и сделает треть воды абсолютно горькой или неподходящей для питья. Слово «горький» в современном переводе должно звучать как «вода с привкусом кислоты». Если человек решит выпить такой воды, то ему станет очень плохо. Слово «полынь» 7 раз появляется в Ветхом Завете, в основном в книге Иеремии. 9 глава, 5 стих, например. Пророк предсказывает, что вода в Иерусалиме станет как полынь. Во времена пророков было мало питьевой воды. Был лишь один источник, который находился у южной стены. Эта вода, согласно истории, стала очень горькой, ее нельзя было пить на протяжении долгого времени, как предсказывал пророк Иеремия. И вот что я пытаюсь показать. Когда мы говорим о том, что хотим помочь планете, то должны понимать, что Писание говорит о будущем. Мы ничего не сможем поделать с этим. НАСА ничего не сможет поделать с этим. Даже самые богатые правительства мира не смогут остановить этот астероид, о котором говорит Библия. И вот третья вещь, которая случится в будущем, как мы читаем в Откровении 16 главе, в отрывке с 18 по 20 стих. «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое. И город великий, то есть Иерусалим, распался на три части, и города языческие пали. И Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров...» Обратите внимание на этот стих. «И всякий остров убежал, и гор не стало». Откровение 16 глава, 18, 19, 20 стихи. Говоря об этом великом землетрясении, которое произойдет в будущем, я хочу объяснить вам кое-что. Я хочу показать вам, какой будет новая зеленая сделка и что на самом деле стоит за ней. А после этого я покажу вам, чего она будет стоить. Это шокирует многих из вас. Но я хочу, чтобы вы не упустили тот момент, о котором я говорил минуту назад. Пожалуйста, не забудьте о том, что я сказал. Многие люди не читают эту книгу. Они считают, что это книга прошлого, что это книга выдуманных историй, а в Библии есть книга, последняя книга Нового Завета, книга Откровения, которая на греческом называется «Апокалипсис». Это означает «открытие». Что-то скрытое, его нужно открыть. В этой книге с 4 по 18 главу рассказывается о событиях, которые произойдут в будущем. Некоторые из этих событий связаны с метеоритами, астероидами и падающими звездами. Другие события являются земными катастрофами, вроде землетрясений, цунами и извержений вулканов.
Я хочу, чтобы вы запомнили то, о чем я буду делиться с вами в ближайшие несколько минут. Независимо от того, что люди будут пытаться сделать, чтобы этого не случилось, это случится в будущем, как говорит книга Откровения. Если вы верите в это, то поднимите свои руки, и пусть Господь услышит вас, потому что я верю в то, что говорит Слово Божие. Бог очень любит людей, но Он также любит свое творение. Он дал Адаму власть, чтобы тот заботился обо всем этом. Я даю тебе нечто хорошее, но ты должен позаботиться о нем. А теперь я хочу вернуться к тому, о чем говорил изначально. Есть две группы людей. Есть группа людей, которые искренне верят в то, что через несколько лет у нас будут проблемы, если мы и дальше будем идти этим путем. Что нам делать с засухами, с пожарами? Они пытаются найти обычное решение. Есть люди, которых мы часто видим по телевидению, которые сделали землю своей религией. Вы не можете залить разлом бетоном, чтобы предотвратить землетрясение. Вы не можете сделать так, чтобы теплый и холодный воздух не смешивался в атмосфере и избежать ураганов. Вы не можете изменить всего этого. Вы не можете остановить разлом океанических плит и предотвратить цунами. Вы просто не можете, не в состоянии остановить большой астероид, который летит на вас. Только Бог может управлять погодой и природой. Только Бог может управлять небесами, удерживать небеса от дождя или посылать дождь. Иисус встал и успокоил бурю среди Галилейского моря. Бог остановил бурю, когда Иону сбросили с корабля. Илья помолился, когда 42 месяца не было дождя, и после молитвы он увидел, как на небе появилось облако. Мы должны понимать это. Я верю, что вы слышите меня сейчас. Они говорят, что изменят все и сделают все лучше, но они не понимают скорби книги Откровения. Эта книга — книга истины. Истина не в Вашингтоне, не в Белом доме. Вот та книга, которую мы должны понять. Она рассказывает нам о том, что будет в последние времена, и это откроется вскоре, и мы верим этой книге во имя Христа. Аллилуйя! Вот эта книга! Вот она! Здравствуйте, это Перри Стоун, и у меня важное объявление для вас. Теперь вам доступен международный пророческий саммит. Лучший саммит, в котором я когда-либо участвовал. Он доступен на аудиодисках и DVD. Там вы найдете 11 посланий от меня, Билла Клауда, Марка Билдса и Джоэла Ричардсона. А вот как называются некоторые из этих посланий. Открывается ли сейчас книга с семью печатями? Притча о смоковнице и что она означает для Америки? Что бы сделал Иисус во время этой гражданской войны? Библейский ответ на пришельцев и НЛО. Я поделюсь словом под названием «Новая зеленая сделка» и ее экономическое влияние на вашу семью. Еще одна проповедь называется «Слово для Америки» из пророчества Аввакума. Другое слово называется «Который сейчас час». Билл Клауд шокировал публику посланием под названием «Берегитесь, РФ РАФ». Я также поделюсь словом под названием «Отвечая на трудные апокалиптические вопросы, на которые никто не отвечает». Затем Марк Билдс поделится словом «Иеремия, пророк для наших дней». Закончу посланием «Должны ли вы готовиться к переходу Пелла?» Я хочу сказать вам, что это слово на сейчас. Оно пророческое. Оно отвечает на вопросы. Вас ждут новые версии посланий. На передаче вы видите лишь 20 минут послания, а я проповедую еще 40 минут. Кроме того, мы не показываем на передаче послания наших спикеров. Иногда их информация направлена лишь на определенных слушателей. Ее не примут, если ее выложить в соцсетях.
Я расскажу вам, как получить этот цикл. Если вы хотите получить сборник из аудиодисков, то заказывайте предложение 21PS CD за $65. Если же вы хотите заказать DVD, то я советую вам заказать его. Тем более, что Марк Билдс всегда дополняет свои проповеди иллюстрациями. Для этого заказывайте предложение 21PS DVD за $95. Вот как вам сделать заказ. Вы можете позвонить по номеру, который видите на экране, или зайти на наш сайт, чтобы сделать заказ через интернет. Вы также можете отправить нам чек по адресу, который указан на экране. Не забывайте, что ваши деньги идут на служение «Голос евангелизации», чтобы фестиваль «Манны» и дальше мог выходить в эфир. Мы живем величайшие пророческие времена. Мы стали свидетелями битвы двух царств. Вы сможете вооружиться как следует лишь в том случае, если вооружитесь откровением и истиной Божьего Слова. Советую вам позвонить, посетить наш сайт или написать нам прямо сейчас. Пусть Бог благословит вас. Я советую вам заказать набор из этих аудиодисков или DVD с Международного пророческого саммита. Вас ждет много актуальной информации от разных спикеров о том, что происходит сейчас и к чему это ведет. Самое важное послание — это послание спасения. Но люди также должны слышать учение. И это те учения, которые вы найдете на дисках и DVD Международного пророческого саммита. В моих посланиях есть фрагменты, которые мы не выставляем в соцсетях или на телевидении. На то есть разные причины, и большинство из вас понимает их. Но на DVD и дисках я не вырезаю ничего, потому что хочу, чтобы люди слышали все. Иногда мы рассказываем об историях и событиях, про которые не должны знать все подряд. Я говорю о мировых лидерах и странах, о том, что происходит за кулисами в Вашингтоне. Они не хотят, чтобы вы знали об этом. Надеюсь, что вы закажете диски и DVD, все 11 посланий. Я советую вам заказать DVD, потому что многие спикеры делают целые презентации. Они показывают еврейские слова, фразы и объясняют их значение. Вот почему вам стоит видеть это? А в завершение я хочу напомнить вам о том, что Warrior Fest будет в конце марта и в начале июля. Я хочу, чтобы ваша молодежная группа приехала на фестиваль Warrior Fest в Международный центр Омега. Это абсолютно бесплатно. Подготовьте свою молодежь. Кроме того, не забывайте про пророческий саммит. В июле у нас будут новые спикеры. Всю информацию об этом вы сможете найти на нашем веб-сайте, и там же вы сможете зарегистрироваться. Мы не любим регистрировать слишком рано. Мы делаем это за несколько месяцев. Кроме того, мы также побываем в новых штатах и новых церквях, в которых не бывали ранее. Заходите на наш сайт, чтобы узнать расписание. Пусть Бог благословит вас.